привет. Сейчас я хочу сказать вам плюсы и минусы коротеньких вот таких вот средних волос. Даже не знаю, с чего начать. Я вчера пошла и подстриглась вот на такую вот длину. Коротенькие волосы такие вот у меня. Они были у меня вот примерно до сюда. Я отрезала примерно 10 сантиметров. И я довольна осталась, потому что если бы отрезала больше или меньше, я не знаю, мне бы тоже, наверное, понравилось, но, честно, я не знаю. Но вот такая длина для меня — это коротенькие волосы, с ними удобно, с ними что хочешь можешь делать, можно покрасить кончики даже. Покажу так на светлом фоне, потому что света у меня сейчас нет, он сломался. Но сейчас я попробую его включить. Ой. Ну, короче, да. И я включил свет, так будет, наверное, легче. И вот такие вот короткие волосы. Я не буду говорить плюсы и минусы, я передумала. Просто расскажу вам, почему я решила подстричься. Во-первых, мои волосы были секущиеся, то есть то, что я отрезала, это еще не все секущиеся волосы. Еще надо отрезать где-то вот столько. Но это слишком коротко для меня, потому что у меня было каре, и я тогда не создавала. Идет мне это, не идет, мне было все равно. Сейчас мне больше хочется длинные волосы, нежели короткие. Но я сначала хотела тоже подстричься на такую длину. Но никому не говорила, потому что не хотела. И в итоге я подстриглась, я потом сказала маме, и я просто так подстриглась. Я в лайк снимаю видео. Я с распущенными волосами, поэтому можете посмотреть. Я в лайке уже год, но я почти все лето не снимала, только есть там 3-4 видео. Но не об этом. И мои волосы стали намного лучше, когда я их подстригла. Они стали сиять, они стали все делать. И вчера я даже с косичкой ходила, но они стали волнистые, это, наверное, от хвоста. И их стало больше, и мне очень нравится. Вот. Эти волосы очень крутые, и мне не нравится. Самое главное, что мне нравится. Я, может быть, на канал выложу еще какое-то видео про волосы. Вот. Ну а так, ничего больше сказать не могу. Хочу еще сказать, влоги будут. Но будут после каникул. Я их, наверное, смонтирую. Я каждый день буду по одному маленькому кусочку снимать. И примерно влог выйдет на 4 минутки. То есть за 4 дня у меня будет один влог. То есть по минутке я снимаю каждый день 4 дня. И начну я, наверное, с сегодняшнего дня, потому что сегодня я поеду. И так 4 дня. Не подряд, просто каких-то любых 4 дня. Вот. Поэтому всем хочу пожелать хорошего дня. И всем пока-пока.